идиллия и особая атмосфера, когда мы с Францем устаем от чересчур оживленной жизни в мегаполисе, мы приезжаем сюда. Считают, что Хальштадт городом, перемещающим путников в прошлые века со спокойной и какой-то особой атмосферой. Иногда полезно остаться наедине с самим собой и своими мыслями. Ресторанчик. А вас уж убегали за ресторанчик. В общем, какая-то такая забегаловочка, но я бы сказала, не дешевая. Вообще, отдых в Австрии – это не дешевый отдых. Так, Франц сейчас скажет, как называется эта небольшая такая вот, такой ресторанчик. Заксунухенмаль. Das heißt Marktbeisel zur Ruhe. Я не выговорю. Das ist ein Wort. Zur Ruhe, zu der Ruhe. Ну, в общем-то, понятно. Я хотела показать меню. В общем-то, да, небольшой ресторанчик и меню такое небольшое. Цены, конечно, впечатлили. Я себе заказала вот этот Bergmann Wurst. Написано, что это с хреном и какая-то колбаска будет. Пицца, конечно, цены. Это не в Италии. Хотя мне казалось, в Италии 8 евро пицца не дешевая, а здесь почти 13 евро стоит. Так, а вот что-то такое розе. Розе – это вино. А, точно, розе – это вино. А, вот, пожалуйста, зисто, зихапкезин, мерло. Ну, да, супер. Кстати, мы покупали в Италии вино 2,65 литр. Здесь 1/8, 4,60. Пиво стоит 3,80. Ну, я говорила, что здесь цены очень-очень дорогие. Вообще Австрия – это дорогая страна, а отпуск в Австрии делать – это очень дорого. Вот мы с Францем только поезд сюда, в Хальштадт, и до дома до Вены нужно заплатить 200 евро. Плюс еще получается на этом кораблике 3 евро с человека, 6 евро туда, 6 евро обратно, 12 евро. Ну вот сейчас мы посмотрим, что нам за еду принесут. В общем, это получается один день у нас, скажем так, прогулки около 400-500 евро. Вот так вот. Здесь вот в котелке более аж варится. Хотела бы сказать, вот мы брали с Францем, это яблочный сок и шприц с минеральной водой. Ой, вообще супер, а вообще просто обалдеть. Ну, а это, в общем-то, вот эта вот колбаска и по цене 6,20 евро. То есть здесь, в общем-то, очень-очень все дорого. Ну, мы один раз живем с Францем. Ничего страшного. Такой маленький уютный ресторанчик. Такой люстра. Здесь классные сувениры. Вау! Мы зашли в магазин с Францем в Хальштадте, где только продают соль. Магазин соли. Например, вот такая вот соль. Написано, что настоящая альпийская соль по цене 7,99. Ну, я не знаю. А вот тут кто-то уже открыл баночку. Вот вы представляете, такая натуральная альпийская соль по цене золота. Сколько же тут различных видов. Ну, это понятно, в Хальштадте добывают соль уже не один век.
Поэтому вот такие вот развалы соли. Кстати, вот даже соль с перцем, с различными добавками. Надо же, я даже и не думала. А это йодирта с йодом. Маленькая церквушка. А вот эти числа, что-то непонятно, что они означают. Очень интересно. Точно. Друзья, смотрите, здесь вот такой вот плакат, где написано «Осторожно, воры». Вот так предупреждают. Здесь можно на память купить сувениры, джин. Астугизеин? Джин. Фляжечки такие. Шаусту. Смотрите, какой. Кляйна фляхман, да. Какие чашечки. Классные. Ну не красота, а. Ага. Вообще, конечно, местные жители здесь, в общем-то, не дружелюбные. Но можно понять, это сейчас пандемию, народу намного меньше стало. А раньше здесь в каждую дырку залезали.